Боец смешанного стиля Шамиль Амиров оспорит титул чемпиона лиги Fight Nights Global. Турнир намечен на 25 сентября в Москве. Соперником дагестанца станет обладатель пояса в полусреднем весе Дмитрий Бекрев. На счету москвича 12 побед и 3 поражения. Шамиль Амиров провел в ММА лишь 6 боев, но за свою недолгую карьеру он успел подраться с такими бойцами, как Росимар Пальярес и Ясубей Энамото. В своем крайнем бою каспичанин взял верх над Арсеном Батыровым. Напомним, что турнир, на котором должны были драться Амиров и Бекрев, изначально должен был состояться 18 апреля, но в связи с коронавирусной пандемией был перенесен.